Учиться, учиться и еще раз учиться нужно не только школьникам, но и педагогам. В администрации округа прошел семинар для директоров люберецких школ. Семинар для руководителей образовательных учреждений начался с мажорной ноты. Благодарность за профессионализм от Лидии Антоновой получила директор техникума имени Гагарина Ольга Клубничкина. Этот год для нее юбилейный. 10 лет она руководит техникумом. Секрет успеха, по ее словам, прост. Нужно сплотить коллектив. Чтобы добиться эффективных результатов, должен быть командный дух. Начиная от руководителя. Он не должен находиться в своем кабинете, а должен быть в движении и знать каждого своего и преподавателя, конечно, и ученика, и заканчивая всем персоналом, который работает на образовательную цель, каждый сотрудник. Цель образовательных учреждений – школа рядом с домом и хорошие знания. А дружба учителей не только с учениками, но и с их семьями – важные аспекты в работе. Действительно, учителя, которые встречают ребенка и видят в нем вот уже следующий шаг, этап в его развитии, кем бы он ни был, с каким стартовой ситуацией он бы ни находился – те, кто ожидают от него большего, и, естественно, это ожидание не формулируется просто как требование, да, учитель, естественно, дальше следующим шагом двигается навстречу, он поддерживает, способствует реализации этих ожиданий, у тех мы видим более высокие результаты. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.